Шилова Галина Александровна. Ибрагимович, қадірлі қонақтар, Янаул районы базарында шаулап өскен 2000-ші жылғы екмектен ауыз етіңіз. Соседних районов. Почему такое огромное внимание янаульцам? Вы это заслужили. Вы молодцы. Действительно, одними из первых, если точно сказать вторыми, вы в этом году завершили сдачу хлеба государству. Работает прекрасно у вас промышленность. На границе, на северной границе республики с Пермской областью вы наш форпост. На вас глядя определяет состояние дел в республике. За это вам огромное спасибо. Еду на машине, созвонился с президентом, он находится сейчас в Москве. Велел передать огромную
слова благодарности за вашу работу, поздравления. Поэтому сегодня я вас от всей души, от имени президента нашей республики Муртазыгова Айдоловича Рахимова, от имени правительства Республики Башкортостан, от себя лично поздравляю вас с замечательным юбилеем и 70-летием района, конечно же, и днем сельскохозяйственного работника и перерабатывающей промышленности. Желаю вам успехов, здоровья и всех земных благ. Спасибо. Нефтепромысла «Орлан нефти». Максимальный пик добычи в 81 году добычи. Так, 1 300 000. А добываем 200 000. Вот чуть-чуть запасов не хватает. А микросвинточка, да? Ну, а я прокладываю. Ага, я прокладываю. Пора, нам все скидать. Все. Да, вот такие пресы, значит, 1 января вас пригласим на открытие ЛВСА. Вы настолько переживаете, процветаете, потому что своя проблема. Все еще продолжаем, работаем. В одно время очень тебе было. Проходите, пожалуйста. А сколько человек сейчас? Человек. Хотим вам подарить на память. Ой, не надо. Мы просим вас отведать хлеб, выращенный тружениками нашего колхоза «Дрожжа». Спасибо, спасибо. Министру здравоохранения нашей республики Сане Валерьевне Шагаровой. Пожалуйста, Сане Валерьевне, вам слово. Дорогие янаульцы, разрешите сегодня поздравить вас с праздником, с 70-летием образования вашего района. Здоровья вам, счастья, дорогие янаульцы, успеха. Здравствуйте основному заказчику, основному подрядчику, начальнику НГДУ Краснохознефть товарищу Пензину Юрию Гавриловичу. Пожалуйста. Присутствуем при очень важном для жителей.
этого мероприятия, то есть открытие новой стоматологической поликлиники. Значимость этого события усиливается еще тем, что когда во многих регионах России до сих пор не выплачивается заработная плата месяцами учителям, врачам. В регионах России, благодаря мудрым расплачивающим платежам правительству республики за то, что здравоохранение, примером которого открытие является сегодня стоматологическая поликлиника. Но поликлиника эта, в общем-то, обошлась на сегодняшний день порядка 10 миллионов рублей, но все-таки новоселье есть новоселье, поэтому к этому 10 миллионам вот еще мы отвезли, уже поставили в работу, включили холодильник на 220 литров, ну а там еще, наверное, продолжим, поэтому. Поэтому хотелось бы получить бесплатно, а так продолжим. Марк Мунерович, принеси вам ключ от этой поликлиники. Ваше доверие. Добро пожаловать к нам в новую поликлинику. Саша снимает шарик, который хочет лететь. Продолжай. Инде бутанки лечится. Бейрам бикна хохшой. Бику. Райновус. Күннән күн үзгәрә. Шәһәребез күннән күн матурлана. Менә аны каршы алабыз, кунак итәбез.
Добрый день, здравствуйте, дорогие наши ветераны, дорогие наши гости, дорогие друзья. Торжественное собрание представителей трудовых коллективов, посвященное 70-летию образования Янаульского района, объявляется открытым. Инвестиционного производства. Должен заметить, в последние годы Янаул изменился неузнаваемо. Можно сказать, что сегодня он, обновляющийся, соответствует своему названию больше, чем когда бы то ни было. Вместо ветхих строений возводятся новые красивые дома, благоустраиваются улицы и тротуары. Более 10 сел и деревень района оделись в асфальтовые покрытия. В среднем ежегодно строится до 70 километров дорог с асфальтовым покрытием. Надо отметить, администрации города и района уделяют серьезное внимание социальной защите тех групп населения, которые нуждаются в государственной поддержке. Говорят, юбилей не бывает без подарков. Я вам привез вот такой подарок. Музей района, пожалуйста. Кроме вот этого подарка администрации я дарю импортный микроавтобус американского производства. Государственное собрание Республики Башкортостан, товарищ Таепов Ванил Багимович. Прошу подготовиться, пан Шамжалович. Дорогие науки, спешите присоединиться. Я от имени ветеранов труда и отмечаем ваше плодотворное сотрудничество во всех сферах жизни. Татарстан Республикасы нам Гаппарату Кайсиндаге Девлет Билаге Лауреаты Илдар Изиев. Кадыры Илдар Абы Изиев табирабыз. Яла олым район болып 70 жыл яшегенсін. Субхан Аллах, күз тимәсін, елдан ел яшегенсін. Яла олым, бала шығын, яшлеген башқаласы. Бик тәкілі сенен кібік, қантаймы яш қаласы. Үзен кібік дина қалық, юк-юк, хейс бақтанбейміз. Әмі ғылдану білен, әйтті түзе алмыңыз. Күтсенемізді қазанда үшкін ил ауылары, бір жілдері сынатмады қазан яғауылары. Тұрмағыз, қазан сенеп, біздікілер ұятыр,
әдіп, рәссәм, жырсылары жырлатыр да ойлатыр. Кімдір әйті, зұр күшілер юқтыранда еміштер, дек болмасын мағарифте, өзімізді біздікілер ең шәрінек, ең кемі орынбасар, тәніңе де, үйіңе де, ең партты ремонт ясар. Дәрі доктора, бұл әлбәтте өзің кітаптарын жіберді. Конкретно, чтобы не быть голословным, вот по договоренности, коллектив завода поздравляет коллектив СПК Кудайбердина, который за стабильную работу получил диплом на республиканца от кабинета министров. И мы дарим пресс-корпоподборщик, паспорт. И ценный подарок от жителей города Нефтекамска, вот эта прекрасная картина. Картина, которая называется «Катухам». Я неполно могу выразить, значит, свое уважение и свою любовь. Семья. Я вышла. Откуда вы приехали? Из Нефтекамска, отряд Башнефтепромстрой, генеральный директор. В районе работаем уже более 45 лет. У нас здесь в районе базируется 7-е управление нашего. И 5-я часть наших объемов практически выполняется в районном по Янаулу. Строим такие крупные объекты, как железнодорожный вокзал построили, школы, детские сады. Комплексы выполняли. Ну, 70-летие района, конечно, для того, чтобы он был таким хорошим, таким мощным, есть наша большая заслуга, наших строителей тоже, и строители Треста Башни в Тепровом строили. Спасибо большое. Еще раз вас праздником, 70-летием района. Желаю счастья, здоровья всему коллективу района и всем благ, всяких благ. Әтелер, әтелер ғана туын, бабайлар туған. Әйе. Біз өзімізді мұнда тұрдық. Менің ижатымда мұнда тұрдық. Ең бірші шығырдарын мұнда тұрдық. Енді мәктәп ешінде оқ, үшінші қаласы оқ оғанда оқ шығырыза башыған едім. Ең бірші шығырым 1943 елінде Яңау район газетіне басып шықты. Нилхан Илдар Юзифов ижаты деген бір бірші қабиді. Сондықтан менің Яңауыл жеріміне бет қадірлі, мұнда мен тұрдым. Әм енді ұзақ жылдар бойы енді Қазанда жүрсем де, Яңауыл Ямады ауылы менің ойларымда. Біз енді бек сағынып жүрміз, Яңауылларымыз жиналып келдік. Яңауылды енді қала етіп кіреміз, зор қала, шәһәр етіп, әм бек сенеміз. Әнің әрбір ұшын, өзіміздің ұш керек қабыл етеміз. Всех телезрителей я поздравляю с нашим юбилеем. Очень приятно. Такое торжество сегодня было. От всего сердца желаем янаулцам здоровья, счастья, успехов в работе, что они всегда были такими передовыми в Башкортостане. Здоровья вам. Спасибо. Вы, пожалуйста. Не только что Янаул хороший, красивый, даже чай у них приятный, сладкий. Очень приятно быть. Спасибо большое, что нас пригласили. Дай Бог, чтобы не последний раз был. Спасибо, что приехали. Спасибо. Янаулдан киткенге уже 24 ел тулды. Вот Янаулның шулай матур итеп үзгәргәненә мин нык шатмын. Бергә эшләгән, бергә яшәгән иптәшләрне күрдем. Шуның өчен Янаулның администрациясына чакырганнары өчен зур рәхмәт әйтәсез килә. Бүгінгі бәйрәмге бик матур итеп әзірленгенсіз. Молодцы. Барыңызға да рахмет. Қадірлі жолдастар, сізді бүгінгі бәйрәм білен шын көңілден құтлайым. Келешекте де оңышларыбыз матур болсын, табынларыбыз сый құрметке мол болсын, сәлеметлік білен яши. Бәйрәм білен тәбриклейм. Барығызға да сәлеметлік, ғайлә бәхеті,
эшегезде зурунштартерим. Як директор гоя башлагаш, байруша сагандрай кенал. Мында киу биздин үчүн бик зур шатлык болду, бахыт болду. Мына ничек бир 10-15 жашка жашарып кеткен кебек болдум. Биздин дусларыбыз, райондашларыбыз менен ушурашуу хурматына.
Здравствуйте. Ничек со мной, бүгінгі бейрам, ұқшаймы сізге? Ұқшай. Ұқшай, барса, ұқшай. Барса. Семьяда шақтық мұна, барабызда мұндай бейрамына күрген жоқ әлі. Әйбәт. Барса, ұқшай. Мұна, бизәлішілер, шәһәрінің матурлығы сізге ничек? Бұл орада, бұл барса, әйбәт. Қар, бұл күндерде, дегенде, бұл йылларда, районда да, ауылларда да әйбәт. Мұна, асфальт өте, газ кіре, барса, әйбәт. Ауылларда да әйбәт. Барса, әйбәт. Нравится вам сегодня наш Инал? Очень даже нравится. Очень красивый всем. Город. Ага. Очень хорошо готовились. Давно такого не было, правда? Давно такого не было. Праздновать будем, отмечать со всеми. Поздравьте инаульцев, несколько слов скажите. Дорогие инаульцы, поздравляем вас с замечательным праздником, 70-летием образования Инаульского района. Всем счастья, здоровья, благополучия, чтобы у всех все было хорошо. Счастливо отметить праздник. Спасибо. Желаю всем хорошего, здоровья, мира. И каждый день, чтобы такие праздники очень много было.